Этот образ может быть использован как в рабочий будний день. Но при этом, конечно, вы можете его надеть на любого рода вечеринку. Итак, друзья, мы представляем вам вторую модель. С красным рюкзачком, великолепное пальто, которое подойдет каждому из присутствующих сегодня. Да, его можно надевать как весенние, так и осенние прохладные вечера, но создаст вам приятную атмосферу. На наших глазах выходит зажигательная модель, великолепнейшая модель. Синим пальто свободного кроя. Именно это пальто скрасит ваши будни и подарит вам весеннее, а также осеннее настроение. Дорогие модели, я попрошу вас... Да, у нас, смотрите, какая дама. Друзья, пальто в клетку, если я правильно... Не уходите далеко, не торопитесь, не торопитесь. Пальто в клетку. В этом сезоне, я думаю, как и в предыдущем, очень актуальная клетка зеленого цвета. Под рыжие волосы. Это самое оно то. Поэтому мы приглашаем пройти к нам еще одну модель. Смело, в дерзком пальто. Цвет этот можно назвать по-разному, но чтобы было понятно, синим. Вот мне интересно, цвет называется Марсала. Марсала. Мне кажется, это имя прямо этой прекрасной дамы, как Марсала. Итак, это пальто, конечно же, вы можете надевать как на выход, так и в будни. Дорогие модели, я попрошу вас пройти сейчас на наш пресс-холл для того, чтобы сделать общее фото. Кстати, эти модели...